Новый 48-й сезон в Акмолинском областном русском драматическом театре стартовал с титулованного спектакля «Станционный смотритель». С премьеры постановки прошел год, однако на открытии удалось собрать полный зал восторженных зрителей. Подробности и атмосферу мероприятия постарается передать моя коллега Эльмира Оспанова. Известное всем произведение Пушкина «Станционный смотритель» в оригинальном варианте. История, рассказанная почтовыми лошадьми. На сцене показана жизнь отца и дочери. Выводы каждый зритель сделает для себя сам. В межсезонье спектакль посетил 4 международных фестиваля. На них «Станционный смотритель» выступил блестяще. Вы знаете, спектакль уже сезон, спектакль уже год. И 7 октября была годовщина спектакля. То есть ровно год назад мы его выпустили. Он уже объездил несколько фестивалей международных, и вот совсем недавно мы привезли 2 или 3 больших приза, так скажем, театральных из города Актау. Выиграли премию «Тюрксой». В этом году это спектакль «Станционный смотритель». В ролях обладателей мәдениет саласының үздігі Владимир Овчинников и Нургуль Джунусова, а также Оксана Науменко, Тимур Валеев и Анатолий Егорин. На открытии сезона спектакль получил несколько минут овации, полный зал аплодировал стоя. Я из Щучинска. У нас есть группа «Театралы». Мы не пропускаем ни одного спектакля. Игра, слов нет, замечательно. У нас артисты не играют, а живут, как сказала Полина Раневская. Я не могу представить, как на сцене можно играть. Играть в шахматы, в шашки, а на сцене надо жить. И вот наши актеры именно живут на сцене. После завершения спектакля руководитель областного управления культуры Айгуль Сабитова отметила успехи и пожелала коллективу дальнейших творческих свершений. Напомним, в прошлом году в областном русском драматическом театре состоялось 12 премьер, всего же театр посетили свыше 45 тысяч зрителей. Запланированы новинки и в этом году. К концу месяца состоится премьера нового спектакля «Волки и овцы» Островского. Эльмира Оспанова, Журсу Номерза, Кардак, Леугабылов, Кокшияк, Парад.